Hərbi informasiya kanalı da 79 təqdim edir. Мне не нужна помощь. Пусть мне отдадут мой дом, я буду жить себе спокойно. Об этом журналистам сообщила переселенка из Карабаха, которая находилась перед представительством вместе с другими гражданами, перемещенными в Карабах. Я живу здесь в аренде. Здесь безопасно. Тем более, что безопасность в Карабахе не обеспечена. Я прошел 3 войны. Я потерял 3 дома. Куда мне идти сейчас? Пусть мне обеспечат охрану и квартиру. Я с большим удовольствием поеду в свой Карабах. Мы все пойдем. Она отметила, что все хотят поехать в Карабах и улучшить свою жизнь. Но сначала они должны обеспечить безопасность. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.